Решение о создании Музея истории Великой Отечественной войны было принято 30 сентября 1943 года, через неделю после начала освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. 23 сентября были освобождены первые белорусские районы, в том числе первый районный центр, город Камарин Полесской области, и буквально через неделю руководство республики приняло это историческое решение. Сначала экспозиция музея, которая была маленькая, в виде выставки, экспонировалась в историческом музее в городе Москве, а затем 22 октября 1944 года был открыт музей истории Великой Отечественной войны в городе Минске. И функционировал он в здании на площади Свободы. Через 20 лет с небольшим музей переехал в нынешнее здание на Октябрьской площади, где функционирует и поныне. В июле месяце у нас большое и радостное событие. Мы начнем работать в совершенно новом здании в городе Минске на проспекте Победителей. Сейчас строительные работы завершаются. Мы там, музейщики, создаем совершенно новые экспозиции. Главное предназначение нашего музея – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне. Экспонаты музея свидетельствуют о терроре, который творили фашисты на белорусской земле, свидетельствуют о подвиге партизан, подпольщиков, которые сражались за свободу и независимость Республики Беларусь. Мы свято храним память о освобождении нашей республики, об операции «Багратион», об участниках этих исторических событий. И, конечно, все сотрудники музея пронизаны идеей воспитания подрастающего поколения, молодежи, гостей наших в духе патриотических традиций. Сейчас мы с вами находимся в зале, который рассказывает о героических делах партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны. Перед вами макет партизанской типографии, в которой печатались партизанские газеты, листовки, которые доносили правду о событиях на фронтах Отечественной войны, о героических делах наших воинов, партизан, о зверствах, которые творили фашисты на оккупированной земле. И, конечно, правдивое слово в те годы представляло большую мощь. Оно являлось тоже оружием. На этих стендах мы видим легендарных людей, в частности, героя Советского Союза Сикорского, который был секретарем обкома, а потом командиром партизанского соединения в Брестской области, и его боевых соратников. Конечно, и в новом музее под эту экспозицию будет отведено достаточно большое место, потому что это героизм, который должен сохраниться в веках. На соседних стендах мы видим образцы боевых рукописных листовок, которые выпускались в партизанских отрядах. Это оригиналы, это наша гордость, музейные предметы. Кроме того, гордостью музейной коллекции оружия является самодельное партизанское оружие, которое у нас собрано и действительно существует в единственных экземплярах и представляет собой уникальнейшие музейные предметы. У нас дата юбилейная – 70 лет освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. И, конечно, одним из самых ярких моментов празднования будет открытие нового здания музея и новой экспозиции. Всегда будем рады гостям, приглашаем, приезжайте, мы вас познакомим с нашим новым музеем.
Спасибо вам большое за интересную информацию. Естественно, конечно, наши читатели, узнав об этом, будут гостями у вас на открытии музея. Ну, те, кто сможет, кто захочет, кого интересует история, кого интересует история войны, их родственников, близких, которых очень много погибло, как на фронтах Великой Отечественной в Белоруссии, так и в Литве при освобождении Литвы. То есть это будет как раз то, что действительно окажет очень ценную помощь именно в сохранении памяти. Ведь сейчас многие молодые люди даже этого и не знают. Когда начинаю с ними говорить, они удивленно поднимают глаза и не могут понять, о чем даже речь идет. Спасибо Мы вам считаем, большое. Что это наша общая победа, и в нашем музее хранятся документы, воспоминания, личные вещи воинов всех национальностей, которые воевали на территории Республики Беларусь, которые освобождали Республику Беларусь, которые защищали нашу общую страну. Практически все национальности, которые в то время были в Советском Союзе, воевали на территории Республики Беларусь. И мы, конечно, память об этом храним. Поэтому ждем в гости дорогих соседей. Спасибо еще раз. До свидания. До свидания.